Здравствуйте, коллеги! Сегодня в этом видео я расскажу о том, как правильно надо разрезать стены. В общем, смотрим сначала, как делать не нужно. Вы хотите, чтобы ваша стена была не такой вот длины, а, допустим, вот такой. Как сделает человек, который, ну, скажем так, немножко не шарит? Он возьмет и сделает вот так. И у него ужмется весь кирпич. Так делать неправильно. Что мы делаем для того, чтобы разрезать нашу стену? Мы нажимаем Ctrl-R, левая кнопка мыши, введем до нужной длины, применяем, потом выбираем вершины, удаляем вот эти вершины и закрываем эту полость. Если мы посмотрим на UV-развертку теперь, то мы увидим, что тут пошло что-то очень сильно не по плану. Но в тот же момент, если мы выберем основную часть, то мы увидим, что она развернута нормально и артефактов нет. А вот это вот все впоследствии удалится. Соответственно, тадамс, все работает. Не смотрите то, что развертка у меня тут супер не оптимизированная. Это сделано специально в целях экономии времени. Посмотрим, а что если мы хотим удлинить стену? Ну вот, не урезать нам хочется, а удлинить. Что сделает, опять же, несведущий человек? Он сделает так, и кирпич у него превратится в какие-то колбаски. Что сделает прохаванный 3D-шник, коллеги? Он скопирует эту стену, сдвинет там, не знаю, вправо, если ему надо вправо, с привязкой, конечно же, это сюда надо нажать. Потом возьмет, ее обрежет, как ему нужно. Потом удалит все лишнее. Закроет полость. И увидит, что теперь у него стена нужной длины. После этого он возьмет все это. Применит трансформацию к нему. Потом заюнит это все дело. Потом проверит на лишние точки. Я все это показываю. Кстати, почему-то ноль. Вот это прикол. И удалит задние вертицы. Поздравляю, коллеги! Теперь у вас есть стена нужной вам длины с полным сохранением текстур и всех UV-координат. На этом серию уроков про булевые и не только операции я, пожалуй, закончу, потому что ну куда уж больше непонятной херни-то, а? Ну, это да, извините, просто сильные эмоции у меня с этим связаны. А я, в общем, серию уроков из 4 уроков про булевые операции я заканчиваю на этом видео. Вот как бы, ребят, тут мне сосед подсказывает, как с вас деньги вытрясти, да? Он говорит прикинуться голодным больным бомжом, у которого всю еду объедают тараканы. Если вы готовы были бы в это поверить, то ссылка на Donation Alerts, возможно, будет в описании. Всем приятного вечера! И крепкого здоровья. Не болейте, коллеги.